Челы, заходите на стримы. Так, у нас... Блин, лунная пыль теперь можно. Нифига, за 4, кстати, этих штуки. Нет, это не 12 часов для крафта. Это 12 схваток, по-моему. Something awaits you in the training grounds. You proved beyond a doubt that you're prepared. Thank you, headmistress. Лунная пыль что делает? Прокачивать можно арканы. Так, посадим одну семечку. The darkly split. I got you this. Ванна скипает 12 часиков, но у нас никто не хочет с нами купаться, увы. Обет незрим. Усложнение, что ли? Так, надо пока, наверное, тогда чё? Прах нам понадобится вообще? Сколько у нас праха? 21? Маловато пока праха. Надо копить. Спроси у Скелли, может, он будет купаться. А, кстати, можно ему дать теперь, лол. Давайте попробуем. Кости погреть. Он отказался. Сука. Даже Костяныч отказался. Блин, почему никто со мной не хочет купаться? На елки-палки. Вообще никто просто. О. Может, ты все-таки скупаешься, брат? Killed the bastard for one night. Thanks, Odd. Though I'd not be surprised if our reports already say he's. Aye, and he'll be sore about it, I expect. But. Oh yes. Нужно 2-3 нектара дать сначала. Но у нас пока маловато нектаров. Hey. Может она? Бля, ей нельзя дар дать. Whoa, hold on. What's going on with you? Never. Dora, I found him. Кронос. Oh, nice. Well, no, he isn't dead. I mean, yeah. Some spirits of the dead. Давайте тогда с факелами МБ попробуем поиграть. Теперь вы можете принести обряд незримых и начать исполнение заветов ночи, если осмелитесь, конечно. Ну да, это усложнение. Потом отправляйтесь за указанным хранителем с требуемым оружием. В случае победы вы получите крупинки кошмара, необходимого для использования серебряного источника. Многие клятвы можно делать строже, чтобы еще сильнее повысить уровень страха. Откажитесь от любой клятвы без каких-либо последствий. Ваша помощь этому сарсу... Бронза на поверхности. То есть нам нужно ее сначала открыть, да? Враги получают один. А что вот слева здесь? Пробудить. Там оружие написано, каким оружием надо босса убить, чтобы крупинку дали. То есть я как бы вот нажал эту штуку, теперь могу убить... могу, получается, убить... Ну, допустим, вот эту вот... Нашу... как она называется-то? Ну, ведьмочку вот эту, короче, убить посохом, и посох прокачается, да? Или как это работает? Кинжалами убить сирен, и песику убить черепами. Все, мне то есть больше ничего не надо жать тут. После гибели большинство врагов с вероятностью 0 могут стать выходцами. Ну давайте тогда с чем? С посохом, что ли, поиграем? Или с кинжалами, не знаю. Давай с посохом. Так, убить оружием нужно теперь наставницу.
Ароматический фиал, смотрите. Фонтан восстанавливает плюс 20% хп. После следующего использования один случайный обычный дар перейдет в категорию редкие. Когда ваш запас здоровья упадет до нуля, вы получите неуязвимость на 10 секунд. Если по истечении этого времени врагов не останется, вы восстановите 30 хп. Такое. Ну вот ароматический фиал как будто прикольная тема на прокач. Так, ну давайте с посохом поиграем тогда, окей. Все, мы пока что варится у нас эта темка здесь. Может быть, здесь что-то еще, о чем мы можем? Волю только. Давайте покопаем немножко. Аполлон вообще прикольный. Аполлон бог света, бля. Это Рафлс, конечно. Так, особые атаки наносят урон по большей площади. Плюс 60 урона. Так, копали зернышки какие-то. Пум-пум-пум-пу-рум-пу-пум. Странная, конечно, вот тема, что нельзя таскать несколько инструментов, да? Что только можно либо лопату, либо кирку, либо вот эту таблетку, блин. Типа, не знаю, как... Выглядит как, конечно, искусственное затягивание прогресса. Лучше бы они открывались чуть сложнее. Ну, каждый следующий инструмент там требовал чуть побольше ресурсов. Но зато, когда ты их открываешь, ты мог носить все. Как по мне, не знаю. Дамагем. Зевсик. Ну, Зевсик нам что может предложить? Какую-то парашу? Зевс на посох, мне кажется, такое себе, да? Ну, а тут как бы выбора особо нет. Магас у нас денег нет еще пока. Так, надо убить какого-то черта вот этого, наверное, сперва. Мешающегося. А, успел, серьезно? Стрим по прощению Маяковского? Нет, не планировалось. Из них для прогресса нужны только лопата и кирка. Рыбу я ловил, но пока с ней ничего делать нельзя. Инструмент для теней просто ускоряет набор воли. А, то есть с рыбы вообще пока ничего? Ну, а походу у нас тот же самый билд сейчас будет. Либо может цепную молнию взять, хз. Цепная молния будет работать как доп. Урон для
одной цели, типа вот я бью Кроноса, она будет ему дополнительно по 15 урона наносить или нет? Или она только бьет, когда несколько врагов рядом? Как вот это работает, урон от молнии 15. Ну, один раз, ну да, ну дополнительно 15 урона, да, получается? Давайте тогда ради рофл, ну, как бы, чтобы не это, не один и тот же билд был. Возьмем. Трешечку. Рыбу только за кости брать. Мне кажется, потом для нее сделают. Какой-то другой, так сказать, смысл. Да, до 15 урона есть, это норм, кстати. Слушай, нам бы теперь найти либо Посейдона, либо Афродиту. Так, зернышки. Наряд 60 брони и одно полотно Мойр. Блин, вот это лютая, конечно, имба, но он разрушается с одной тычки. Давай чисто полотно Мойр возьмем. У нас его мало осталось. Цепная атака это должна быть, да. Ну, берем первый, типа, и не паримся. Жаль, что он обычный. Котик. Арах не дарил нектар? По-моему, да. Но я не уверен, если честно. Again? Again? Ультой в прошлом забеге вообще не пользовался, если честно. Блин, давайте ультишку возьмем все же. Жесть, ну аннигилирует эта штука, конечно, прямо мое почтение. Реген, смотрите, хпшка здесь есть. Блин, тут опять рез противника. Надо, мне кажется, рез противника брать. Это имба. Нужно, чтобы противник просто уничтожил. Мне кажется, надо рез противника брать, чтобы на Кроносе выпал сатир, и он его ёбнул просто. Она еще тут опять с плюс 2 очками. Ну, ну типа реген круто, конечно. Давайте попробуем опять через рез врага. Он сильный получается, дамажный очень. Угу. Ультимейты меняются усиление в зависимости от луны. Да. Только маны мало, будет тяжело ульту копить. Я вообще ману особо, да, не расходую. Ну, первое берем, конечно, да. Тут на самом деле и первое, и третье довольно круто. А мы, у нас вот был же забег, где мы взяли как раз, по-моему, и то, и то. Yeah.
Аски он катаски. Ой. ДПСик просто пиздец. О-о. Жесть, этот сигил очень жесткий какой-то прямо. Этот сигил прям красиво дамажит. Блин, а Кроносу вот нельзя подарок дать случайно? Блин, все время забываю, что у нас нет кирки. No. Ты ему и так подарил смерть. Блин, ну, кстати, дамаг вообще неплохой. Там, если скрафтить книгу отношений, нельзя, видно, что нельзя подарить. Блин, вот какая же фигня, ну чё за... Что вот это вообще такое? После каждого сраженного врага наносимый вами урон увеличивается на 30 секунд. Что это за херня, господи. Как это вообще работает? Как это вообще существует? Когда ваше заклятие готово для применения, вы быстрее двигаетесь и атакуете. Это круто, но мы медленно копим, к сожалению. Очень, кстати, неплохо на Кроноса второй фазе. Первая штука? Ну, хрен его знает. Почему ни херня, бой может быть плюс 15-20%? Может, это работает так, ты убиваешь, получаешь баф на 30 секунд еще раз, и таймер снова 30 секунд? Блин, не знаю, кстати. Если это так работает, то тогда МБ круто. Не, почему второй удар тут на самом деле топовый? Так-то. Если чё, второй удар здесь крутой. Ты просто типа ульту, когда у тебя ульта готова для применения, то ты получаешь скорость атаки на 20% больше. Это же офигенно. Но проблема в том, что мы будем миллион лет копить ульту нашу, конечно, и плюс мы ее будем юзать. Если бы у нас была бесполезная ульта, тогда бы... Тогда бы да. Блин, давайте вообще возьмем, наверное, даже эту штуку. Или, блин, третья. Третья тоже неплохо. Только этот щит я так и не понял, кстати. Он только во время бега этот щит работает, предотвращающий один удар. Потому что я видел, что в прошлом забеге этот щит точно меня сейвил, но я там постоянно бегал, у меня был билд на бег. Ну, потому что я обычно не бегаю, в том-то и прикол. Без билда на бег. Только во время бега. Ну, давайте... Давайте, ладно, третий возьмем. Блин, нифига себе, эта цепная молния вообще трахает неплохо.
Так, мы сейчас качаем плюс 5 просто. Посмотрите на эту херню. Но нужно 100% службу взять. И, наверное, по верхней ветке будем. О, кстати, не готово. Это имба. Смотрите, прикольная. Чисто пассивочка. Плюс 5 урона. Давай вот так еще возьмем. Магаз. Ну, у нас, кстати, есть деньги на магаз. Можем и в магаз сгонять так-то. Вы бежите быстрее и ослепляете ближайших врагов. С вероятностью 20% позволяет избежать урона от атаки ослепших врагов. Длится 9 секунд. Сигил увеличивается вплоть до окончания своего действия. Ну, если это будет, ну, как бы, работать на мой урон вот этот, то нормас. Надо тестить. Взволнованный удар. Отлично. Пойдем еще к этой дамочке. Да, работает вроде. Вроде хорошо увеличивается область. Это же доп. Прибавка к макс хп, я правильно понимаю? Не восстанавливающих. А какой был дар, который усиливает макс хп? Доп. Прибавка к здоровью. Справа пишет на макс хп почему-то. Не просто на хп. Мы же брали уже какой-то дар, который увеличивал хп. У Посейдона? Точно. Что-то мне казалось, что здесь все-таки. Мне кажется, и хил, и макс хп больше тоже бустится. Да, давайте глянем. Да, 38 хп мы получали, я и говорю, да, вот это, мне кажется, с этого было, не? Так, чё насыщение? При наличии трех огоньков, у нас два огонька, вы будете восстанавливать немного хп при получении урона. Нифига. Звучит прикольно, но нам нужно огонек, тогда будет еще один добыть. Че, возьмем МБ? У нас еще эффект исцеления же жестче, по идее, будет, не? Давайте попробуем. Врата хаоса. Бля, надо хаоса еще лутать, я считаю. Так, погнали.
Как успехи, уже убил или в процессе? Убил разок, да. Чтобы скрафтить фигню, чтобы идти на Олимп, надо минимум два раза подняться без нее. Мог собрать что на поверхности. Особые атаки. Такс. О. Нихера. Еба. Третье тоже топ. И второе топ, на самом деле, под самолечение. И третье топ. Ну, давайте третье, наверное. Третье ДПС будет вносить просто безумно много. Огонек еще где-нибудь найдем. Только сейчас пока сигил нельзя юзать, мне кажется. Сейчас босс уже, наверное, будет. Придется босса без сигила убивать. Ну, у нас, благо, хороший урон без сигила. Я думаю, справимся. Да, это уже босс. Блин, не знаю, что нам взять. ХПшку попробую. 38, вон написано, 38, смотрите. 38, да, работает. Значит, там перевод говна. Так, ну давай, наверное, Афродиту все равно возьмем. Хотя ХПшка, блин, тоже хорошо. Ну давай, ладно, Афродиту. Гонька тут нету. Первый неплох вроде, но второй как будто под босса лучше зайдет, да? И ману еще будет давать. Блин, жаль, денег на хпшку еще нет, конечно. Be safe, Lord Charon. О, вазочка сверху на деньги. Маны нихера нет. О, спасибо, как раз засейвил меня. Да блин, уже за тайминги дурацкие. Так, я пока никого не убил, да, поэтому не могу призвать. Только во второй фазе, видимо. Хочу попробовать призвать барабанщицу. Так, и чё? Где моя барабанщица? А, не призвалась?
Она сразу умерла? Не совсем понимаю, почему я смогу, могу ее снова дамажить? Что происходит, блядь? Нет, вот она все-таки дамажит, это она. Погодите, она просто на своем же месте дамажит. Она дамажила барабанами. Вот она осталась здесь, и она ебет. Только это странно очень работает. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. О, это очень круто. Look for the golden petals on the ground. И ульта, и Афина, Афродита. Так, найс. Flourish. Да, реслку раскачал. Так, сигилом пока еще не могу пользоваться, поэтому надо потерпеть немного. Без сигилов не так, конечно, много ДПС. Найс. О, это будет жестятина просто лютейшая сейчас, ребята. Этот моб будет столько вообще наносить урона. Все, сигилы могу уже юзать, кстати. Смотрел сериал по Fallout? Не, не смотрел, ребят, не смотрел, скипнул как-то. Может, потом посмотрю как-нибудь. Так-с. Повышенная слабость. Да, давайте вот это возьмем. Вау. О, вау. Супер. Так, ну чё, можно, в принципе, за молоточек... Я не знаю, правда, молоточек... Какой шанс, что молоточек даст нам вторую тему для атаки, когда ты, типа, удерживаешь кнопку? Если я потеряю, кстати, удерживаю, ну, вот зарядку вот эту вот, и когда нужно будет просто держать кнопку, но процентов на 50 ускорится атака, я тогда вообще никогда не смогу зарядить ульту, потому что мне тогда придется стрелять вот этими по 10 маны, блядь. Это очень долго. Ну, давайте, ладно, сюда все равно сходим, проверим. Попались в ловушку Фурия? Это была ловушка для Фурия, специальная. Блин, как же я их ненавижу. Да, все на особую атаку чисто. До 2 самонаводящихся снарядов. Но у нас маны нет, чтобы это использовать. У нас нет маны, у нас 35. А что у нас, кстати, резервирует 50 маны? Я что-то не понял, погоди. А, ну, цеповуха. Давайте, ладно, первый возьмем. Superior might. Блин, кстати, так-то тоже прикольный билдецкий можно попробовать через это было бы, да? Мне кажется. Тоже могла бы быть довольно мощная штука. Corrupt
ХПшечки. Давайте чекнем, кто бы призвался. Призвался мини-фур. Мини-фура. О. Carefully now. Aren't you a welcome sight? A welcome sight. I know you didn't all my words, but the intent. Случайный дар из числа найденных прошлой ночью. Блин, не знаю, может. Не, первое это кал. Зачем мне первое? После каждой локации запас будет снижаться. Это же бред. Можно уклонение взять на выживание, как бы, да? В принципе. Уклонение сейвит уйму хп, согласен. Давайте уклонение. Ой-ой-ой. Блин. Блин, нам нужен дар с огонечком, но с другой стороны погнали сюда, похеру. Pure gold. Нифига тут медузок. Бля, серьезно? Как я попался под его атаку так тупенько? Мне уклонение одно снял, по-моему, да? Надо дэмэдж, наверное, качать наш основной. Never get enough of those. Немножко манны. Ой-ой-ой-ой, тихо. Ненавижу эту херню с тьмой, нифига не видно. Опа. Питом. Пошел. Ора-ора делать. И пошел разъеб. Давай, покажи им. Братишка, ну трахни их уже. Он ебет, он ебет. Давай, покажи. Что за пиздос? Это жестятина. Пойдем в магазик, наверное, потратимся немножко. Случайный дар. Давай. Блин, как же хреново, у нас 4. Но с другой стороны, погоди, минимальный урон за удар. Это будет распространяться на цеповуху, интересно. Повуха по 15 наносит. Если да, то это очень жёстенько. Ну давайте берем. Ну у нас, блин, опять вот, я не знаю. Походу мы сейчас наберем этих пассивок. И по итогу у нас ни 5 конфеток, ни
ни три огонька не наберется нихера. Надеюсь, что наберется, не знаю. Ровно. Ай, блядь. Ну-ка давай, бычок, покажи ему. Блин, уроворовец. Лучше бы уроворовца призвал, конечно. А, сейчас призовем. Вчера пес. Все, пошел. Сейчас будет разъем. Погнал. Трахат. Просто фистинг для песика. Соляру. Это жестко. Это жестко. Такого бы на Хрон... Ну, на Хроноса там может быть этот, сатир, типа такой, с копьем. Он тогда трахнет, я думаю, тоже. Там есть маг, типа сатир, вот он херовый, конечно. Много я уклонений, конечно, просрал, увы. Такс. Главное вот этим магам не давать призывать крысок. Это самое вот опасное. Когда они начинают крысок призывать. Если еще есть какие-то другие мелкие враги, типа черепов, то это кошмар. После забега человек не молим. Ну посмотрим, если там будет возможность. Хорошо. Ну тут к батьке заскочи. Блин, походу мы не наберем нифига, чуваки. Ни огонька, ни этих приколов. Олимп не доделан, ну ничего страшного. Но тут меньше врагов нам не нужно. Наоборот, нам нужно, чтобы последний умер именно этот копейщик.
Ну да, здесь последний вздох надо брать, я думаю. Давайте сюда пойдем. Там может быть конфетка стопудово. О, это этот странный. Ой. Блин, чё? Who needs gold anyway? Так, конфетка есть. Ну чё, надо конфетку брать. Блин, хотя вот эта тема тоже топ. Это вообще имба так. Ну это хорошая тоже штука. У нас Кронос, по идее, будет ослаблен. Ну ладно, давайте конфетку все-таки получим. Качество воздуха. Так, вот эта комната с огромным количеством врагов. Сразу, да? Поэтому тут надо аккуратнее быть. Грейт, блин, надо фармить. Сука, сейчас поплачусь я за свои деяния. Я уверен, чуваки, сейчас опять страдать буду. Так, еще 30% дэмэджа надо брать. Молнию нет смысла качать, потому что у нас и так будет минималка тридцатник. Ну, дэмэдж, конечно, качаем тут. Бля, еще. Сучки, как же они байтят меня. Ну почему игра так байтит, ребята? А что делать? Аски, он катаски. Аски, он, сука, ебаски. Живем нормас. Еще 30 урона. Да, почему нет, собственно. Так, ну все. 10-й левел, это жестко. Мужики, пощады. Нет, мне пиздец. Надо странные вот эти плеть. Бля, как же много урона.
Странные часики на самом деле больше всех здесь срут, потому что они вот эту АОЕшку призывают, как у факелов, да? Которые вот так спиралью крутятся. И еще, блин, могут насрать хроносферы свои. Надо их прямо фокусить сразу. Блять, нихуя не вижу вообще, чем меня дамажат. Пиздец просто. Я нихуя не вижу, чем меня дамажат, блядь. Просто разъёб их слишком дохуя. Блять, минус все хп, короче. Ну это пиздец. Ну вот я так и думал, что так, конечно, и будет. Остается надеяться только на еду в магазе, наверное. Денег у нас довольно много. Чем больше фармишь, тем жестче комнаты идут. Да, да, ну да, так есть. Врагов просто пипец, как много становится. Нормально, тут есть еда, бургер. Еще двойной хп, топ. Идеал. Ну и что, нам лишь либо карточку купить, либо Зевса. Не знаю даже, что думаете. Давайте купон реально купим просто. А, купон дал 2 купона, нихера себе. Карточку за каждую 1000 дают. Do not presume to test my patience here. Your eyes do not deceive. I'm as... Так, ну пока тут одни уроды. На скин катаски. Я боюсь вот этих на самом деле арбов вокруг него летающих. Мне кажется, они больно бьют. Не тот, конечно, призывник. Ах ты крыса. Yeah.
О, сатир. Бля, а вопрос, сатир появится во второй фазе, если здесь его призвать, или он только во второй, или только в этой фазе? Давайте тогда МБ его... Блять. Во вторую фазу все-таки произойдем. Сейчас сразу сатиры призываем, короче. А, бля, не сразу, иначе сатир умрет. Вот сейчас. И бей его, сатир. Просто ебет. Он ебет его. Он его ебет, 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 ебет. Он любит ебать его. Он его ебет. Он ебет его. Он просто его ебет. Бля, пропал сатир, умер, походу. Увы. Он был крутым. Блять, попался в 13 сферу говна. Фух. Бля, я не заметил за эффектами, что эта хуйня началась. Проклинаю день твоего зачатия. Сатир на пол хп нормально его трахнул. Жаль, что умер и не трахнул до конца. Не, у нас хороший урон тоже был в этом забеге. Сатир, конечно, жестче, но у нас хороший опять был детский собран. Жил страхом, умер без страха. Так, что-то можно тут заформить? Death of Cringe. As Saffron veiled Melenui, long bided her time. So too must wait a little longer. Сатир свое дело знал, да, и он его исполнял качественно. Ни раз за 25 часов не подал летальный призыв? Серьезно? Странно. Подарок. О, ну-ка. Say Dora. Would you mind accompanying me over to the baths? Do I want to float aimlessly in some near boiling water? Do I ever? What are we waiting for? Она первая, кто согласилась, ребят. Это жестятина. В смысле, отодвинули экран? You still can sense something of the water's warmth. Ничего себе. Well, I can see all the steam rising, which I associate with warmth, so I guess it kind of tricks me into thinking warm thoughts. Здорово, Манул. That doesn't sound so bad, though you do remember what warmth was like then, from your mortal days. Начинается визуальная новелла, да, с элементами эротики. Oh.
Это мы играем за сестру, за Грея. Пляжный эпизодик, да. Найс. No need to be concerned. Where's Lord Moros? Куда-то свалил.